Украинские военные вновь открыли огонь по столице Донбасса в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрелов погибли три человека. Под удар попали также Петровские и Кировские районы города. Силовики били предположительно со стороны поселка Пески. На его окраинах продолжается противостояние с ополченцами. Обстрелом подверглись город Докучаевский, поселок городского типа Еленовка в 30 километрах к югу от Донецка. В Еленовку украинские войска пытались прорваться, но силы народной самообороны отбили эту атаку. Однако всего за сутки погибли семь ополченцев, ранены 24. Армия ДНР начала зачистку поселка Тоненькая. Оттуда бойцы Нацгвардии не раз открывали огонь по Донецку. Под контролем ополчения также окраины села Водяное. По-прежнему горячо под Горловкой. Там нацгвардия подтянула дополнительную артиллерию. Недалеко от города ополченцы взяли поселок Красный Партизан. Однако украинские военные сохранили свои позиции около этого населенного пункта. Продолжаются бои на окраинах Мариуполя. Ополченцы закрепились в селе Виноградном в 14 километрах от города. Идет наступление в Дебальцевском направлении. Ополчение Донбасса пытается взять в кольцо крупную группировку украинских силовиков и отрезать им связь с остальной территорией. Армия ДНР плотно закрепилась на восточном и южном подступах к городу. Артиллерийская дуэль здесь не стихает ни на минуту. Ополченцы близки к тому, чтобы образовать на этом участке новый котел. Украинская армия тем временем из тяжелого вооружения обстреливает Луганск со стороны Счастья и станицы Луганской. Бои продолжаются также в Красном Пахаре, Мироновке, Мироновском и Новолуганском. Ополченцы укрепились в Доломитном и Травневом. Идет наступление на Магдалиновку.